гендер что значит? Нет. А кто не знает слово стереотипы? Знаю. Стереотипы кто знает? Поднимите руку. Давайте. Стереотип это, как ты думаешь? Стереотип это убеждение, которое непроверено. Но оно существует и влияет на человека, совершенно верно. А еще есть кто-нибудь, кто хочет сказать? Да, вот я как я вижу. Далеко микрофон. Микрофон бежит к тебе. Со скоростью света. Стереотип это факт, который существует, но он неверный. Например, факт, то, что девочки должны быть, на столе должен быть порядок. У меня постоянно есть порядок там. Молодец! Вот вспомним наши мультфильмы, которые вы смотрели все. Здесь эксперты по мультикам все сидят, я так поняла, да? Обычно девочка как изображена в мультфильмах? То есть вы согласны с этим? Все герои знаете здесь? А мальчики какие обычные мультфильмы? Принцы, да? Эти принцы все знают. Дадим вас слово девушке. Принц на вечер. А какой из них хороший принц, а какой из них не очень? Слева хороший. Откуда ты знаешь? Потому что я смотрела мультик. Молодец. Ну, они оба принца, да, ведь согласитесь? Да. А бывают другие девочки и мальчики в мультфильмах? Да. Девочки могут быть сильными, умными, да. решительными? Да. И постоять за себя, и иметь бардак на столе, да? Творчество. Да. Совершенно верно. Но оба мультфильма говорят о том, что девочки могут быть не обязательно принцессками, да? Они могут быть сильными, они могут стрелять из лука, они могут держать в руках меч и они могут играть в хоккей. А мальчики могут быть другими. Они могут быть нежными, внимательными, они могут быть смешными и совершенно не похожи на принца. Здесь есть принц? Нет. А, скажите, пожалуйста, принц Аладдин, например, викинг, рыцарь. Какие стереотипы они олицетворяют в мультфильмах? Вот я здесь выписала несколько, да? Это сильный, мускулистый, хитрый, на белом коне, с мечом. Ну и у него джин, да, в подмоге, который помогает ему осуществить какие-то желания. Как вы думаете, еще каких можем добавить героев в этот список, связанных со стереотипами? Какие еще похожие герои вы знаете? Три богатыря, совершенно верно. Они сильные, большие, да, мощные. Дюжин. А, отлично, еще. Вот здесь мальчик хочет ответить. Совершенно верно. А Белоснежка, Золушка, Русалочка. Они все такие нежные, прекрасные, в длинных платьях. Они такие трудолюбивые, что заходят в чужой дом и убираются там сразу же, да? Помните из этого мультфильма, да? И если их, например, Белоснежку мальчика обижают, то они сразу послушно уходят. Мне кажется, можно сюда добавить еще Рапунцель. Совершенно верно. Еще у кого можно добавить? Вот девочка. Фей. Совершенно верно. Как вы думаете, девочка может быть другой? Если да, то какой? Прилагательное. Сильной, смелой. Может быть, злой даже, или хитрый. Вот так вот, ладно. Она дерзкая, искающая. Дерзкая, вот очень хорошо. Она еще может быть искающая приключения, так как Алиса в стране чудес. Совершенно верно, она любит приключения и старается их найти. Еще? Может, пожалуйста. Какой? Ловкой. По моему мнению, вообще, что девочки все принцессы, это чисто стереотип. Я и смотрел фильм, и читал книги. Давайте поаплодируем. Гарри Поттер, очень интересно. Там была одна девочка, главная подруга Гарри Поттера. Мы знаем, давай не предсказывай нам без спойлеров. Мы не все смотрели Гарри Поттера и читали. Сильно устремленная, ловкая. Давайте говорить по очереди. Быстрая. Какой? Быстрая. Быстрый, шустрый. Они могут быть бесстрашные.
Она викинг. Еще? С характером? С характером? Она еще наездник на дороге. Совершенно верно. Она совершает подвиги. Совершенно верно. Она совершает подвиги, она помогает своему другу, да ведь? Эту героиню можно назвать смелой? Да! Но она же красивая? Да! Мешает ли девочке быть смелой и красивой одновременно? Нет! Мальчики могут быть другими, чем принцы, например? Да! Какими могут быть? Давайте прилагательно, как про девочек. Строгими! Смелыми! Смелыми! Некрасивыми, но храбрыми! Классно! Принимается! Еще! Сильными, ловкими, нежными. Какими? Какими последние? Нежными. Прекрасно, нежными. Все любят пап, когда они нежные? Да. Когда они вас обнимают, гладят по голове. Да. Это и есть нежность. То есть мальчики тоже могут быть нежными. Вот мальчики, например, из известных ваших мультфильмов. Что сделал Грю? Кто-нибудь скажет мне? Костюм феи, да? Вот, потому что... Потому что любил кого? Свою дочку. Неродную дочку. Он любил девочек своих, да? Там несколько. И поэтому он переоделся ради нее на ее день рождения фею. Ну, он же прекрасный папа при этом, да? Да. А здесь Икин. Он сильный, у него большие мускулы. Ну, викинга можно описать так. Он не послушался своего отца и помог своему любимому дракону. Совершенно верно. То есть, несмотря на то, что он не самый крупный, не самый сильный, да, он, тем не менее, оказался по-человечески добрым, да? То есть, мальчики могут быть и добрыми, ласковыми, мягкими и так далее. Кто знает, кто это? Как зовут? Джуди Фокс. Кто-нибудь мне скажет, что она сделала такого, что обычно девочки не делают? Она хотела стать полицейским и всем помогать. Джуди, она как бы в мультике как бы расследовала дело с Анжелином и расследовала. Ну, то есть она выбрала профессию какую? Девчачью? То есть получается, что мягкий, нежный кролик или крольчиха, да, может быть полицейским? Да. Она успешно справлялась со своими обязанностями? Да. Я хотела сказать... Совершенно верно, но у нас не так часто. Я хотела сказать про одну девочку, которая может быть одновременно и красивой, и храброй, и смелой. Это Барби. Отлично. А почему это? Джуди Фокс, ее все обижали, когда она была еще мала. Но когда она выросла, ее стали уважать. Но она выбрала профессию достаточно опасную, согласись. Да. И при этом она осталась красивой. То, что это кролик, но она стала полицейским и делала девочек. Она делала такие вещи, потому что она девушка не смогла бы сделать, тем более кролик. Совершенно верно. Но получается, что девочки в мультфильмах, да, могут быть совершенно разными. И я бы хотела показать про Мирингу сюжет, где девочка ведет себя нетипично, то есть она разрушает стереотипы. Давайте вспомним этот сюжет. Ты бормочешь! Я? Я никогда не бормочу. Это не так. Ты бормочешь, когда тебя что-то беспокоит. Это ты виноват. Упрямство она унаследовала от тебя. Ха! Надо полагать, разговор прошел не слишком удачно. Что делать, я не знаю. Поговори с ней. Я только и делаю, что говорю. Она меня не слушает. Да ну, что ты. Представь, что я Мирида. Поговори со мной. Что ты скажешь? Я так не могу. Конечно, ты можешь. Вот, моя королева. Ну, давай. Я не хочу выходить замуж, хочу быть свободной. Пусть мои волосы развиваются на ветру, когда я скачу по долине, выпуская стрелы в закатное солнце. Как вы думаете, папа хорошо знает свою дочку? Это единственная героиня в мультфильме, которая не имеет принца. Это девочка, которая сама выступала на соревнованиях,
и сама стреляла из лука, да? То есть это девочка, которая любит что? Свободу, совершенно верно. Вернемся к нашим героям. Главная идея, которую я хотела сегодня вам сказать, это то, что мы все разные, но все мы равные. И девочки могут быть сильными, стрелять из лука, быть полицейскими, использовать свой ум, заниматься наукой, заниматься хоккеем, да? Но при этом они могут носить розовые платья, бантики, любить цветочки, смотреть фильмы про принцесс. Мальчики могут быть сильными, ловкими, они могут быть невероятно уверенными в себе, но при этом они могут быть и нежными, и ласковыми, и добрыми, еще какими-то. Трусливыми нет. Желательно, чтобы они не были трусливыми. Желательно, чтобы и девочки, и мальчики делали то, что они хотят. И если у них хаос творческий на столе, вот как сказала девочка, да, это не говорит о том, что эта девочка неаккуратна. Это говорит о том, что она ищет свой творческий путь. Да? Она, может быть, рисует, творит, и при этом ей необходим этот творческий хаос. Если мальчик занимается бальными танцами, это не говорит, что он какой-то такой неправильный мальчик. Это мальчик, который любит танцы и выражает себя через тело, через движение и так далее. Поэтому, когда вы видите немножко других мальчиков и девочек, которые выбирают другие роли, ну, я имею в виду профессии, может быть, интересы, это не значит, что они плохие, это значит, что они интересные. Что ты хотел сказать? Которые они обманывают людей, но они как бы стараются делать подвиги. Мулан, допустим, или Мулан. Да, совершенно верно. Мулан, я, кстати, не включила, это известная героиня. Ты можешь сказать про нее, какая она? Ну, она сильная, смелая, она как бы спасла жизнь командиру. И вот все мультики, которые самые известные, они от компании Disney, World Disney. Или Pixar. Да, как часть компании. Да, вот здесь. Вот у нас, я хожу в танцы, и у нас там мальчик один. Он тоже хочет на танцы, и это не означает, что он плохой. Не, я еще хотела добавить к Мулан. Она все делает то, что она чувствует сердцем. Я не вижу, где говорит. А, вот. Ага. Что делать? Она еще делает то, что она чувствует сердце. Но согласитесь, она нарушает стереотипы, ну, да? Она переоделась, да, как, не знаю, как Надежда Дурова, кавалерист девица с нашего региона, она тоже вступила в схватку, или, то есть она пришла в пространство, где в основном существуют мужчины, да, мальчики. Потому что считается, что война это, или защита Родины – это прерогатива мальчиков. Вот еще мальчик хотел сказать. Прошу. Вы хотели сказать? Нет? Да, прошу. Я хотела сказать, что в одном фильме «Зоопирога» называется, «Бабу-Ягу» играл мальчик. Он сказал, что девочки должны быть всегда красивыми. Ну да. Понятно. Его миссия понятна. Вот мальчик хотел сказать что-то. То, что Мулан хотела спасти жизнь своему отцу, то, что его отправили в армию. Ее? Да. Она решила сама, ночью пошла и уехала на своем коне. Вызывает ли ее поступок у тебя восхищение? Да, вызывает. Почему? Потому что она, ну, кажется, она пережила все это старание ради своего отца. Ну, то есть она проявила храбрость и смелость, совершенно, да? Согласен ты? А вот в «Малыше и Карлсоне» Фрекен Бок тоже мальчик озвучивал. Да, вот я не знала. Спасибо, что ты мне сказал. Да, да. Даже если смотреть фильмы «Мэри Поппинс», допустим, там няню играл Табаков. И можно даже сказать, что если даже, допустим, Барбоскина озвучивали, если даже с озвучкой дел иметь, то там большинство мальчиков озвучили девочки. Тоже бывает такое, но это говорит о том, что опять-таки, да, что мы все разные, но мы все равные. Еще вот девочка хотела руку. Все девочки и мальчики, они разные, но они должны следовать своей душой, они должны делать то, что их своя душа подскажет, и они не должны никого не равняться, и они не должны делать то, что их
другие говорят, они должны делать то, что сами хотят. Великолепные просто слова. Давайте поаплодируем. Очень хорошо сказано. То есть мы должны следовать, мальчики, девочки, всем своим душевным порывам. Да? И наши мультфильмы, и не наши мультфильмы тоже, да, показывают нам, что мы можем реализовывать себя в своих интересах. Кто-то любит танцевать, кто-то петь, кто-то рисовать, а кто-то совершать подвиги. Вот это из мультика «Граффити Фест» там Мейбл озвучила Алекс Хирш. Вот еще один факт. Вот здесь еще мальчик. Я что хотел добавить по поводу «Мулан». Я смотрел и первую, вторую часть, и что случается в второй части? Там был у нас дракончик маленький, который решил все же перейти на сторону духа, чтобы им помогать, но оставить «Мулан» при своей любви, если кто смотрел этот мультик. Мы смотрели. Да. Кто смотрел, поднимите руку. Ну и большинство смотрели. Спасибо. А вот что? Нет. Это что говорит насчет анимации. Вот анимация — это не только она используется в мультиках. Вообще во многих вещах. И фильмы тоже. Да, мы вот, например, с друзьями разрабатываем игру по аниматроникам. И там очень нужна анимация, куда бы они ходили, там, как сцены разные. То есть ты можешь тоже создавать анимацию? Да. Великолепно. Но ты теперь не хочешь ли ты создать мультфильм? Нет, я больше интересуюсь играми. Но согласись, большинство игр, они очень часто имитируют какие-то сюжеты из анимационных фильмов. И могут на основе этого игр создаваться. Ну, могут, но... Там есть положительные и отрицательные герои. У нас все почти, кроме одного, двух, точнее, персонажей, они положительные. Все остальные... Это вообще хоррор игра. Ну, добро побеждает зло, надеюсь, в твоей игре. Да. Хорошо. Да, прошу. Вот я сам хочу вас про себя сказать. Я сам дружу с мальчиками вообще. И я сам играю в футбол, не играю в хоккей, но я больше дружу с девочками, потому что с девочками намного комфортнее. Мальчики говорят, ой-ой-ой, ты что это тут? Ну ладно, у меня вот такой характер. Что? Ты великолепен просто. Новый мультфильм недавно вышел 2017-2016 года, последний «Богатырь». Там тоже получается очень много анимации. Там люди играют, но на самом деле потом с помощью графики там это все отрисовывают, допустим, водяной. Там еще бабу-ягу тоже играет мальчик и как бы там тоже. То есть тоже получается мы разные, да, но мы равны, как и в мультфильмах. Еще кто хочет высказаться? Есть там много рук. Я еще хотела добавить того маленького дракончика. Он хотел остаться с девочкой, и он пытался разделить их, но ничего не вышло, а потом в конце он совместил духов, и тот остался с ней. Супер! У меня вот есть один вопрос. Вот я смотрел некоторые фильмы насчет Великой Отечественной войны, например, «Рот французского», насчет позапрошлого ответа с мальчиками и просьбой. Да, все мальчики, как грубо говоря, играют в ушки, в чику, все эти мальчишки, игры. Аптахман чуть не убил его, почти вот чуть не убил его. В общем, главный герой, этот мальчик, он вот... Мать его отдала в один из приютов с другим мальчиком. Он у него всегда тырил хлеб и картошку. Еду, потому что после Великой Отечественной войны даже можно было есть картофельную шелуху и кошек на завтрак, и на обед, и даже на десерт. Вот. А все мальчики, которые играли в чику, с ними вот играть вообще как-то неудобно. И к тому же, они играли в игру, которая была вне закона. Это же игра на деньги. Скажи, пожалуйста, а ты согласен, что и мальчики, и девочки имеют всегда выбор в собственных интересах, играть или не играть? Некоторые могут быть и да. Бывают некоторые дела важнее личных проблем. Согласна. Еще... Я что хотела сказать, наверное, у многих была такая ситуация в жизни, что люди все к одному приходят к выводу, а ты имеешь другой. У всех такое было.
кого-то побыл, может поднять руки, если ему это надо. Что я хотел сказать, я даже знаю немножко ломать стереотип, когда у нас все играют наши мальчики в футбол, я чисто не играю. Я просто встаю в сторонке и думаю. А чем ты занимаешься? Я сам по себе занимаюсь музыкой, баяном. Я уже учусь играть на балалайке. То есть ты музыкальное направление выбрал? Да, и я не считаю, что только мальчики должны там, например, играть в футбол, что они все время должны играть в компьютерные игры. Я считаю, что человек имеет право на дружбу, общение и на обучение. Вот главное для меня право на обучение. И на реализацию. Да. Самореализацию. Спасибо. Вот девочка здесь. А, еще. Из фильма «Мулан» вторая часть, что когда Мулан пошла в Китай, и Мушу стал этим. То есть ему начали служить, есть там персонаж, которые привидения были, они начали ему служить. А то, что они ему служили, Мулан с Шенгом поженится, тогда он все потеряет. Она потеряет, Мулан, потому что это девочка, да? Да. И вот тогда все, и он будет все снова их будить. Время. Понятно, спасибо. Можно отсюда вопрос? Да. Вот мой брат, он уже большой, ему 13 лет, и он, когда еще учился в другой школе, он дружил с девочками, ходил с ними. Вот ты с негативом это как-то говоришь, нет? Нет. И вот я сейчас в третьем классе, я дружу с мальчиком одним и всегда с ним играю. Но тебе интересно играть с мальчиком или с девочкой? У тебя есть девочки-подружки? Да, есть. Ну, то есть главное, чтобы человек был интересный, неважно, какой да. Он был. Правильно я поняла? Главное, чтобы он был добрый. И интересный. Спасибо. Ага. У нас девочки в школе тоже играют в футбол с нами. С мальчиками. Ну, как из головоломки девочка в хоккее у вас в футбол играет, да? Совершенно верно. То есть это не делает их менее девочками или более плохими и так далее. Совершенно верно. Спасибо большое. Да? У меня сосед по парте, и он тоже мальчик, и мы с ним дружили от первого уже до второго класса. Как долго? Молодец. Отлично. Еще вот... Кстати, он и просит. Стены немного там. Ну, иногда ковыряет в носу. Отлично. Ну, я думаю, что ковыряет в носу и девочки тоже умеют. Я недавно сидела в фильме, называется «Богатырщик». Я решила всем посмотреть. Там рассказывают про то, что девочку то, что предсказали, то, что она будет великим богатырем на Руси. Но все ее, когда она была маленькая, все ее дразнили. И потом... Дразнили, потому что она нарушала стереотипы, да? Да. То есть не как все была. Потом она... И после нашей сказала дракон, и она пошла и стала заводить дракон. Еще у нее были. То есть совершал геройские поступки. Совершенно... Вот там на последний... Давайте здесь еще немного. Ага, вон там. Можно я скажу? Ну вот, дети в шпион 4, там даже сестра Сысева, она была даже решительнее, чем он. Вот так вот, вот ну и вот я даже с богатыршей не согласен, она с драконом подружилась. Ну вначале, она имела в виду, что вначале ее все-таки осуждали за то, что она брала не те роли на себя и выполняла не девчачьи роли. Хорошо. Вот еще здесь есть уточнение. Во-первых, первый про мультфильмы, там не всегда все бывает четко. Например, Gravity Falls. Там может быть такое, например, Мэйбл, она там... Может совершить такое, что будет не видно, а на самом деле там ну, что-то может съехать, что-то еще. То есть по-разному может себя вести героиня и да. Герой мультфильма. Да, еще неоднозначно может... все, да, ведь? Да, но еще она может сделать то, что такое, например, ну, то, что хочешь сказать, как будто это так и должно быть, но это так не должно быть. Хорошо, спасибо. Касаемо того, как люди могут ломать стереотипы, в общем размере это канцлер Германии, это женщина независимая, сильная. Также Хиллари Клинтон тоже показывает, что девочки могут изменять мир полностью и, в общем-то, управлять им. Совершенно верно. Например, в Финляндии в парламенте
такое правило, что половина парламента должны быть женщины, и многие силовые структуры, типа министра обороны, занимают женщины. То есть это, опять-таки, мы от мультфильмов пришли к реальности и говорим о том, что стереотипы только мешают жить и самореализации вне зависимости от того, девочка ты или мальчик. Я хотела сказать, я уже 6 лет дружу с этим мальчиком. Молодец. Мы с ним познакомились, когда ему было 2, а мне 4. У меня во дворе только живут одни мальчики, так что мне не оставалось выбора. А ты, получается, со мной девочки хуже общаются, чем мальчики. Ну, я надеюсь, что у тебя появятся и подруги девочки в будущем. Дальше. И из мультиков «Гадкия» там говорю то, что Люси во второй части взяла Грю, это ж, поймала весь вот, то, что думаю, то, что это он взял и украл лабораторию большим магнитом. Его провезли, и в багажнике осталось еще 2 миллиона. Хорошо, спасибо. Я хотела рассказать, вот вспомнил сейчас орловские персонажи «Звездные войны» по поведению силы, вроде я забыл, как этот персонаж зовут, это женский персонаж, она злодейка, конечно, но она капитан штурмовиков, вроде капитан Падма, что-то. Совершенно верно, у нас в стране, например, капитан самолета и командир, точнее, всего несколько женщин, на самом деле очень сложно сделать летную карьеру, даже в фильме вот это есть, хорошо. Я живу с братом, а он старше меня. Он тут уже сейчас. Здесь? Да. Где твой брат? Там, где 11 лет. Где 11 лет, хорошо. Недавно в кино такой мультик вышел, «Монстры каникулы 3». Там почему-то как бы вот эта героиня, которого это, как еще это... Как есть, скажи. Там такие, это... Вампиры почему-то как-то, это... Поженились на обычном человеке, как она, у него кровь была со своего странного очень. Вот это я не знаю, я не создатель этого мультфильма, но я думаю, что этот мультик тоже разрушает какие-то стереотипы. И сегодня мы поговорили о стереотипах гендерных. Я надеюсь, это слово вам будет теперь не незнакомым, а вы немножко будете знать про это. Главное, что вы должны запомнить, что мультфильмы как отражение нашей жизни. Они что у нас включают? Быть самими собой, да, в первую очередь. Я сейчас хочу сказать, недавно вышел такой сериал на Disney, «Зак Шторм», очень интересный мультфильм. Там, во-первых, очень опознает то, что рассказывает, что дружба очень полезна для человека, по моему мнению. По моему мнению тоже, да. Спасибо большое. Самый активный сегодня наш слушатель. Я вот ищу девочку вот эту в розовом. Она так давно тянет руку. Я очень люблю программировать и создавать мультики. Ты сама создаешь мультфильмы? Ой, дай поаплодирую. Компьютерные программы «Скрэй». Именно я рекомендую тоже начать программировать, создавать мультики, игры и анимации на компьютерной программе Scratch. А у тебя есть какие-то героини или герои, которые ты сама придумала уже? Нет еще. Пока ты просто имитируешь других, которые уже существуют, да, герои? Ну, наверное, в будущем ты создашь свою какую-нибудь героиню или героя, да, мультипликационного. Я тебе желаю удачи. Вот девочка еще у нас хотела зацепить. Я тоже занимаюсь Scratch'ем. Это очень интересная программа. Там многие герои программируют, и тоже очень интересно. Ну ты тоже создашь мультфильм, где не будет стереотипов, я надеюсь. Да. Вот мальчик в клетчатом еще. Спасибо. Хорошо. Я иногда создаю несколько комиксов про мультики или про какую-то компьютерную игру. То есть мультики, которые уже существуют, на основе этого ты создаешь комиксы. Отлично. Я создаю не мультики, а немножко другое. Я создаю презентацию. Презентация? Но ты сам сюжет придумываешь? Да, сам. А герои у тебя, это которые уже существуют, или ты сам их придумываешь? Ну, я иногда придумываю сам иногда. Это девочки или мальчики, или это фантастические существа какие-то? Может быть, и то, и другое. Я один раз сделал презентацию про Вторую мировую войну.
какой ты молодец. Давайте поаплодируем. Молодец. Вот здесь вопрос еще. Ну, вот еще в «Молнии Маквин 3» там тоже, получается, его тренером гонщиком был. Потом уже. Отлично. А в «Город героев» там тоже были две девушки-супергерои. И еще вот должен либо выйти, либо он уже вышел, прошел в кино, «Человек-паук», там тоже супергерой. Нет. Отлично, спасибо за информацию. Тоже много всяких супергероев. Сзади мальчик еще хотел. Покажи анимацию. Да-да. Позвольте, я тоже их сделаю. Молодец. А создаешь ли ты своих героев? Да. А это какие? Можешь рассказать про какого-нибудь героя? Который ты выдумал сам, да? По сути, сам толком еще не придумал. Но есть. Задумки есть? Ты хочешь реализовать это? Да, но спойлерить не хочу, поэтому говорить. Отлично, давай без спойлеров. Спасибо большое. Я тебе желаю удачи. Прошу еще, кто хочет мне дать. Ага. Еще есть. Фильм про галактики, там есть героиня «Страж галактики». Угу. Гамора, она обращается мечом очень хорошо. То есть она играет как мальчик практически в мяч? Молодец, да? Спасибо. Еще. Вот здесь девочка тянет руку. Вот то, что на мостик на «Гнифилах 3» там была, есть там капитан корабля Эрика Сашо. Когда впервые Дракула увидел ее, он сразу влюбился в нее. Спасибо. И он не говорил своей дочери Мэвис. Хорошо, вон там на последнем ряду, на той стороне, а тут та сторона вообще не участвует, там мальчик руку поднимает. Ага, прошу. Я хочу дополнить про Гамору. Считаю, что Гамора – это приемная дочь Таноса, и она самая опасная женщина в галактике. Она тебе нравится? Да, правда, я еще этот фильм не смотрела. Ну, ты прочитала про нее уже, да? Да. Молодец. Хорошо. Знаете, я хотела сказать про «Гадкий я 3», вот, недавно, где Гру и его брат. Мне очень понравился один герой, это Брейк, главный злодей. Тебе понравился злодей? Да, потому что мне понравилась его очень база. Ну, в плане куда. Но он такой разрушает стереотипы, по-твоему, или нет? Ну, да. Да. Спасибо большое, да, девочка. У меня есть сестренка Злата, она любит играть в футбол, она любит играть в машине. Но она девочка. И ей интересно, и она делает то, что хочет. Отлично. Давайте сейчас посмотрим один сюжет, который вы наверняка уже видели. Про Зверополис. Юр, включи, пожалуйста. Внимание, курсанты! Зверополис делится как административно, так и климатически на 12 районов. Тундра Таун, Сахара Сити, Тропический лес и так далее. Чтобы действовать в их условиях, все нужно изучить, а не то что тебе крышка. Летит раскаленный песок! Тебе крышка, грызунья с грядки! Внизу 300-метровая пропасть! Тебе крышка, морковная терка! Заледеневшее препятствие! Тебе крышка, овощерезка! Огромный преступник! Перемещайся на стол! Тебе крышка! 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 Тебе крышка, помпон с ушами. Куда тебе, Хопс, служить в полиции? Так, там у них еще не было кроликов. Ни одного. Ни одного. И твое место на морковной грядке. Рад вам сообщить, что моя программа «Равные возможности для разных зверей» дала первый ощутимый результат. Это обладательница диплома с отличием, принятая на полицейскую службу первой из кроликов Джуди Хопс. Я даже...
Давайте, мисс Барашкис, чего вы стоите? Жетон. Джуди, с великим удовольствием я назначаю вас на службу в центральный район Зверополиса, в отдел полиции номер один. Мои поздравления, мисс Хоббс. Я оправдаю доверие. Я мечтала об этом, сколько помню себя. Большой день. Особенно для тех, кто поменьше. Барашки, давайте тронусь. Ну что, Джуди Хоббс, покажем зубки? Спасибо всем большое. Покажем зубки. Я надеюсь, вы все найдете свою самореализацию. Спасибо огромное. Поаплодируем друг другу.